бар-мицва. Значит, надо полагать, что если это женщина, то тогда бат-мицва. А все остальное то же самое. Способность отдавать... אמרת בר מצווה, זאת אומרת, אם זה נקיבה, נוקבה, זה בת מצווה, וכל השאר זה אותו דבר, עם כלפי יכולת לתת. האם זה כך? יש לנו רשימו דאביות ורשימו דהתלבשות. רשימו אביות ורשימו התלבשות. רשימו דהתלבשות. יותר מרשימו דאביות. оно больше, чем רשימו דאביות на одну ступень. Это называется захар, мужская часть, а это называется накива, женская часть. Поэтому есть и бар мицва, и бат мицва, зрелость мужская и женская. И женщина входит здесь со своим желанием, но все определяет мужчина. Решимо дает лапшут, оно определяет, к чему я устремляюсь. В духовном это важно. И, соответственно, этому я использую авиют. Это называется, что женщина идет за мужчиной.